видишь? Да. О, крыша заполнена вся. Киевский вокзал. Ничего себе. Все помещается. Уже приехали на подстраховку. Давайте. Сейчас все переложим, Лиль. Не переживай, не брошу. А между сидениями надо проложить еще было. Сейчас мы с тобой переложим. Сейчас разберем, да. Там 10 литров спирта вот эти я забрала в Измайлово. Да, да. Измайлово этот, я поняла, Люберцы. Ой, Люберцы, да. Там еще обогреватель. Я тебе сейчас покажу, что у меня в гараже. Примерно так же, как у тебя в машине. А ты приезжала вчера? Ты готовила? Нет. А, ты не доехала, ясно. Не доехала. Я думала, ты приехала. Уже моя машина почти полная. Ну, еще не совсем. Сейчас с крыши сниму то, что там осталось. Фух. Ну, вот это все сняли с крыши. Вот сейчас загрузили ко мне. Ну, ждем до 3, может, еще кто появится. Так у меня еще пол гаража. Так что, ну, хуже, если было бы пусто. Очередная посылка. Ну вот, для собачек, для несчастных собачек, чтобы им было тепло. Все, что могу. Спасибо вам большое. Все, что могу, сделаю своими руками, а так мы денежками помогаем. Своими руками особенно тепло. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста. Молодой человек привез посылку от Марины, сын. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо, да. Да. Просто уже мысли путают. Вик, сзади машина, смотри, аккуратно. Боишься, что я ее собью? Боюсь, она тебя собьет. Вот, моя же все битком, так что Вика нападает. Все, вот, ну, да? Последняя ласточка, какие, наверное, приехала. Какие у нас женщины молодцы. Да. Россия. Надеваться. А что делает, а? Ребята, снега что-то немыслимое. Просто что-то немыслимое. Да все нормально.